Кадетская рота Тверской школы номер 4 пополнилась новыми лицами. 32 пятиклассника в торжественной обстановке приняли присягу. События для ребят волнительные и долгожданные, ведь путь в профильный класс оказался тернист. Какие испытания позади, а какие впереди, рассказывают кадеты в следующем репортаже. Мы кадеты, 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 словно крылья растут за спиной. И в красивую форму одеты. Мы, конечно, не даром с тобой. Кадетскую роту пополнили 32 пятиклассника. Присягу в торжественной обстановке приняли ученики специализированного класса «Летное дело» и «Военно-космическая оборона». Существуют такие профили уже 5-й год и пользуются большим интересом у школьников и их родителей. Престижно и нагрузки больше, а я, наоборот, люблю больше нагрузки. Я считаю, что это очень уважаемо, и когда я вырасту, я хочу вступить в ряды наших военных защитников Родины. Кадетство с детства меня манило. Как я увидел кадетский класс, мне сразу захотелось туда поступить. Отбор в кадетские классы довольно жесткий, почти как в университет. 3 человека на место. Кандидатам необходимо сдать экзамены сразу по нескольким дисциплинам, пройти собеседование, где оцениваются личные характеристики. Несмотря на то, что летный профиль совсем не женский, среди желающих его освоить немало и девочек. Надо отметить, что помимо формы кадетов от других учеников отличает особенная учебная и воспитательная программа, рассказывает директор школы Ирина Тюрякова. Они занимаются, и мальчики, и девочки, с большим интересом, потому что у них на самом деле, ну, посмотрите, у них есть там дополнительно, да, у них шахматы, огневая подготовка, они учатся стрелять в тире, они изучают историю оружия, разбирают, собирают автоматы. Шахматы – это логические задачи, это помогает математика, так как у них углубленная. Безусловно, не каждый выпускник в дальнейшем наденет погоны и свяжет свою судьбу с армией. Но учеба в кадетском классе точно поспособствует формированию правильного мировоззрения, дисциплины, понятия дружбы и любви к родине. Почетным гостем торжественной церемонии традиционно стал председатель городской думы Евгений Пичуев. Он также отметил особый статус кадетов. Ребята сами чувствуют свою ответственность, и уже они себя ведут соответственно тому, что они кадеты. Это откладывается на их ежедневной вот жизни, учебе, отношению к близким, к родителям, к родине. Из такого возраста, вот мы сегодня пятиклассники, они принимали присягу, и видно, что они к этому подходят очень серьезно. На сегодняшний день в школе номер 4, помимо специальности военно-космической обороны, есть и другие направленности – военно-морского флота, МЧС и ГИМС. У каждого направления куратор из профильного ведомства, который проводит регулярно занятия. Всего же в учебном заведении около 200 кадетов. С каждым годом желающих носить форму становится больше, причем интерес к военным профессиям есть не только у мальчиков, но и у девочек.